парнишка, который делает там стикерочки. Костян, тебе за это спасибо. Ссылочка на стикеры в описании. В общем, мои разгрузки привели к тому, что я расчесал немного бороду, расчесал немного ногу, ну и руку. Зато Fitty Hut у меня на месте. Коробок, наверное, 150, около того 200. Минут за 13 было разгружено и поднято на второй этаж. Доброе утро. Сейчас, в общем, идем за иголками, потому что у меня все иголки поломались. Я же восстанавливаю сейчас пару обуви, а их нужно подшить. И в итоге у меня дома все иголки тонкие, а толстые иголки для шитья для обуви нету.